Когда я был маленький, мне мама давала кусок хлеба, выпеченный своими руками. И самое вкусное было намазать на него масло и вот так вот сверху полить варенье. Обидение. О, даже насекомое чувствую. Вот так я долго смотрел, как варенье стекает с масла. И терпел. Долго смотрел. Вкуснотища какая. И терпел. Вырабатывал силу воли. Ну что, Семен? Ел когда-нибудь такой бутерброд, а? Клим ел? Почему я? Ты, Семен Михайлович, за себя отвечай. Тебя спросили. Клим. А? Ты ел, да? Ничего не понимаете во вкусных вещах. А что? Это... Прав я, а? Товарищ Сталин, извините, мы тут приготовили вам один такой сюрприз, подарок. Слышите? Ну, зачем меня спрашивать? Я здесь гость, ты хозяин. Сюрприз так сюрприз. Спасибо. Красотища какая. А? Подходите, Лаврентий Павлович, идите к нам. Красотища какая. А? Ну что, на. Сидим дружно, товарищи Сталин. Давай, Семен. А, ну что, не хотите кушать? Товарищи Сталин, давай сюда. Запах какой. Ах, как пахнет. Ах, как пахнет. Thank you.
Ну что, мужики, батяню не можете успокоить? Что вам приснилось? Ну, Ну, так присаживайся, Сандр. Я не хотел, Это все. Огнем! Урки! Все на лесопилку, кроме Котова, остальные на плацу. Как сколько раз повторять? Я ему сказал, что мне 58-я. А он мне говорит, что заменили на 129-ю. А я спрашиваю, что такое 129-я? Я должен знать, что такое 129-я. Чего? Моя дорогая. А что такое 129-я? Это ж убийство с отягчающими обстоятельствами. Чего? Да нет, Петрович. Ну что ты, чего? Ну кого ты? Я говорю, откуда могу? 129-я, это что? Не знаю, 142-й, свой знаю, все. 129-я, это что? Имя? Что за статья 129? 129, да. Не помню. Хищение в особо крупном. Хищение в особо крупных размерах. Хищение в особо крупных размерах. У него все это записано. Да хоть не убийство. Да кто же? Да нахер мне нужно хищение, что я там украсть-то мог? Шпоры, что ли, блядь? Товарищ капитан! Товарищ капитан! Нам если даже по 50 душ на борт, 12 машин потребуется, не знаешь? Какие машины? Ясно. Значит, своим ходом. А, бумаги на 58-ю. На лесопилку давай, на лесопилку. Понятно. Так, всем внимание! Давай, быстро пошел. Будем ворота. Пустим. Товарищ, ну что вы как бараны? Давай хоть узнаем, что нас сюда загнали, а? Вот так, хорошо. О, музыка приехала. Утеса! Чё за маскарад устроили, суки? Раз-два. Проехал с музыкой. Внимание! 22 июня немецко-фашистские захватчики без объявления войны вероломно вторглись.
я так иду. Сейчас будет организована эвакуация заключенных. Война. Это, Ваня, война. Война! 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 Так, Ваня, бросай шмотки, жопу в горсть и делай, как я. Понял? А ну, сели все! Сидеть! Эвакуация будет пешая! Машины нужны нашим войскам! Кто дойдет, тот дойдет! Кто не дойдет, пристрелим на месте! Понятно? Пошел. Повторяю! Кто не дойдет, тот не дойдет! Кто не сможет, не пристрелим! Немцам мы никого не оставим! Пошел! Че, врагов народа? На машинах и людей пешкодралом, так что? А? Пошли, Ваня, пошли! Пошли, Ваня, за мной! Куда? Полковник Арсентьев. Здравия желаю. Здравия желаю. Да. Разрешите войти? Здравствуйте, товарищ Арсентьев. Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Ну, заходите, заходите. Идите сюда. Идите. Всю жизнь мечтал научиться играть. Этот рояль – подарок испанских коммунистов. Жданов играл. Ему нравится. Ну, Жданов – это Жданов. А вы профессиональный музыкант. Попробуйте. Хороший инструмент. Попробуйте, попробуйте. Так точно. Отличный инструмент, товарищ Сталин. Очень хороший звук. А сыграйте нам что-нибудь. Как? Я не понял, товарищ Сталин. Ну так. Сыграйте, что хотите. Да ну, я несколько лет уже не играл. Знаете, все равно лучше, чем я. Сыграйте. Прекрасно, когда музыка. Скажите, пожалуйста, товарищ Арсентьев, что вам известно про судьбу комдива Хота? Товарищ Сталин, бывший комдив Котов
В соответствии с приказом от 24 июня 41 года был расстрелян 25 июня этого же года в особом лагерном пункте 57/64 из-за тяжелых оперативных условий на территории района. А по нашим сведениям, Кутов не был расстрелян в 41 году. Вы продолжайте играть. Продолжайте. К нам попала выписка из протокола особого совещания от 27 апреля 41 года, согласно которой Котову заменили политическую статью на уголовную. Этот документ нашли убитого начальника лагпункта. Любопытно то, что такой вопрос в отношении Котова на заседании особого совещания 21 июня 41 года вообще не обсуждался. Вы ничего не знали про такой документ? Никак. Нет, я знаком. Товарищ Сталин. Нет, нет, вы играйте дальше. У нас просто разговор. Играйте, играйте. Да, как это прекрасно, когда можно. Значит, вы про это не знали? Никак нет. А, Лаврентий? Где ты раскопал этот документ? А что с семьей Камдива Котова? Вам же знакома его семья, товарищ Арсентьев? Так точно. Я жил в доме... Сидите, сидите, сидите. Играйте. Я жил в доме профессора Свербицкого. У него учился музыке. Угу. Это мы знаем. Но нас интересует это жена и дочь Камдива Котова, а не его покойный тесть. По документам, жена и дочь Котова умерли в лагерь для членов семей изменников Родины. А на самом деле... На самом деле, товарищ Сталин... Тихо, 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 Лаврентий, ты что? Достаточно? Вы играйте, играйте. Насколько нам известно, вас связывали с Котовым личные отношения. Товарищ Сталин, личные отношения... Да, да, да. Они не могли быть хорошими, это понятно. Мы это тоже знаем. И потом, кажется, вы руководили его арестом. Я правильно помню? Правильно помните, товарищ Сталин. Правильно, товарищ Арсентьев. Правильно, блядь. Судя по всему, дело Котова нельзя считать закрытым. Нет, товарищ Сталин. Ошибки нужно исправлять. Я так думаю. Да, товарищ Сталин. Товарищ Арсентьев? Да. Приемный вас ждет пакет с документами и инструкциями. Давайте, разберитесь в этом вопросе, хорошенько. Идите. Есть. Кстати, товарищ Арсентьев. Да, товарищ Сталин. А скажите, что вы думаете про Камдива Котова? Товарищ Сталин, вас интересует мое мнение как чекист или как человек? А вы разделяете эти два понятия, чекиста и человека? А, Лаврентий? Ну? Товарищ Арсентьев, планшет, ключ. Вот
здесь распишитесь, пожалуйста. Спасибо. Пройдемте для инструктажа. Надеждой Арсентьевой в комнате пионер-вожатых произошел принципиальный диспут на тему, обязан ли пионер-комсомолец, а тем более пионер-вожатый, поддерживать решение советского правосудия, даже если оно направлено против физиологических родителей пионера или комсомольца. Надежда Арсентьева заявила, что родители всегда остаются родителями. И их следует уважать и любить, несмотря ни на какие решения власти. Я возразила, сказав, что родители-предатели заслуживают полного и принципиального осуждения пионера или комсомольца. Так как пионер или комсомолец, а тем более пионер-вожатый, вступив в ряды пионерской или комсомольской организации, имеют только одних родителей. Советскую Родину и партию большевиков. Простите, а почему я должна читать это именно вам? Спасибо. Продолжайте, продолжайте, Люба. Что же вам ответила Надя Арсентьева? На что Надежда Арсентьева ответила мне, что настоящая ее фамилия Котова, и она является дочерью осужденного врага народа, бывшего комдива Котова, и никогда не откажется от своего отца, о чем собирается заявить во время торжественного собрания, посвященного принятию в ряды Коммунистического союза молодежи. Все? А, ну тут еще дата, подпись. Люба Ковко. Молодец, Люба Ковко. Люба, а вот ваш папа... Физиологический отец. Осужден по 58-й статье. Мы с мамой публично отказались от него. Я ношу фамилию мамы. Ковко. Какие молодцы. Какая у вас прекрасная, дружная, принципиальная семья. Люба, а теперь послушай меня внимательно. Дело в том, что Надя Арсентьева выполняла наше задание. Простите. Только ты не должна на нас обижаться. Она просто по нашему заданию проверяла тебя. Меня? Конечно. Да. Ты же скоро будешь комсомолкой. Надо сказать, ты с честью прошла испытание. Мы даже решили поощрить тебя поездкой в Артек. Вы правду говорите? Конечно, правда. Вот тебе номер моего телефона. Да. Завтра утром мне позвони. Люба, да. У меня к тебе будет одна просьба. Да, никому ничего не рассказывать, да? Я все понимаю, давай. 7, 13, 27. Молодец.
Люба Ковко. Я-то думал, какая-то беда, а тут ты, вот ты, я, и Наденька-то наша, а, какая умница, молодец, да? Я понимал, тут какая-то тайна, тайна, да? Ну, поэтому я позвонил вам, сказал, ну, да? А Любку-то как, молодец, а физиологически, ну, тут, это, да, молодцы. Ну, здорово, здорово, да. А с лагерем? Тоже приезжает к морю. Да. Ну, не Артек, не Артек, но дюный песок, Ковко на юг, да? Ну, а Наденька наша, девочка, она с нами на Балтику. Кровец. Анатолий Семенович, 58-я статья 3.5. 10 лет без права переписки. Это ведь ваш брат? Это ведь ваш брат? Ну, какой брат? Какой брат, он, я таких побратил бы сам, сводный, да враг, ну, товарищ Арсентьев, нет, нет, враг, враг из врагов, враг. В вашей анкете о нем не сказано ни слова. Товарищ Арсентьев, я же его не считал же за брата, это поэтому я ничего про него не написал, мне в голову даже не приходило, что про такого гада надо было писать, да? Нелепица какая-то, товарищ. Вы так считаете? Арсентий, вы считаете, что я ошибку допустил? Ошибку? Клянусь. Никитин, ну-ка пойди ко мне, а? Надя? Что? Ты уже взрослая девушка. И что? И то, что взрослые люди отвечают за свои слова и поступки и думают, прежде чем что-нибудь сказать или сделать. Я отвечаю и думаю. Ну, понятно. Ну что ты, как какой-то басмач, все время тебя нужно поправлять. Давай, иди к своим глобусу. Надя. Что? Ты еще кому-нибудь говорила, кроме своей подруги Ковко, что ты не Арсентия Вакотова? Так вот, зачем вы сюда примчались. Да, говорила. И что? Кому? Не скажу. Конечно, конечно, я понимаю. Ты же у нас самая честная, самая принципиальная. Во-первых, я не у вас, а я сама по себе. А во-вторых, что? Ну-ка, марш на площадку. А во-вторых, что, быть принципиальной и честной уже плохо, да? Нет, нет, я согласен, ты сама по себе. Ты с бабушками так живешь, как хочешь. Хорошо, о себе ты не думаешь. Ты не понимаешь, что твоя лучшая подруга про твой секрет тут же написала донос? Но меня тебе наплевать давно, и в первую очередь. Скажи, а на мать тебе тоже наплевать? Ты же ее под удар ставишь. Как? Тем, что я не хочу отказываться от своего папы? Тише, тише, Надя, тише. Этим ее я ставлю под удар, да? Тем, что я не считаю его врагом, этим я всех ставлю под удар, да? Надя, тише. Хорошо. Пусть меня тоже посадят в тюрьму или расстреляют. Пусть. Вы
все врете, врете и боитесь. А так с кем угодно можно сделать все, что угодно. И ты примчался, как бы что-нибудь. Хорошо, на папу тебе тоже наплевать? Ты ему хочешь навредить? Как? Как ты я ему могу навредить? Ты мне скажи, как? Его жене? Как Надя? Тоже не захотела подойти к машине. Не захотела. Это пионеры. Спартакиада на носу. Пионеры. Ты что делаешь? Был бы же Сережа, она бы себе такого не позволила. Скажи, да чего же это такого, черт побери? Она бы себе не позволила? Не. Если бы был жив Сережа, что бы вообще было? Тихо, не начинай. Поехали. Чего ты молчишь? Ничего не понимаю. Статью заменили. Да? Ищение какое-то. Чего ты исполнился? Я же тьма. Не люблю. А ты что сплохал? Так чего я? Так а ты что? Так кто ты, а кто я? Ну. Ты понимаешь, что я мог похитить? Че? Шпоры, что ли? Стремена? Подковы? Че? У меня ж 58-я. На полную катушку статья. 58-я. Да. Ваня, на полную. Да какая там статья? Теперь нам такая статья будет. И конец нам вообще будет. Ё-моё. Попех из лагеря. Ой. Ты нас точно шлёпнул. Мне всего полгода осталось. Если не шлёпнул, так пятилетку теперь ещё навесят. Ты вообще чё? Слушай, ты чё, Ваня, рехнулся? Ты о чем вообще говоришь, Ваня? Война началась. Вась. Какая война? А где? Ну? Вот я, тишина кругом, этот шмель этот прилетает. Понимаешь? Ты что, не знаешь, это если завтра война,
Мы сегодня в победе. Идея готова. Да. Все. Наш уже в Берлине. Все. А вот со мной что будет? Я все. Побег из лагеря. Все. Тебе так повезло, твои все в лагерях померли. А меня не галяйся, мои не мамка, меня не дождутся. Ты что, Вань, ты что предлагаешь? Сдаться властям? Ты видел, как 58-ю всю? Всю Ваня положили без суда и следствия. Всю! Ну и чего? Как? Так чего? Это же 58-я. А у меня это никакая не 58-я. Ты что, ночью же еще? Это же нормально, что ли? Только я же там должен был. Так ты же, а я же не же. Вань! А что, нормально мне бабка лошуха это сначала чехуху, потом катку с капустой дала? Ваших это, ты говоришь, это, туда всех перестреляли так. А меня что, не могли перестрелять? Это она мне говорит, посови. Он все шутки шутит. А я говорю, баба лошуха, баба лошуха. А она уже лежит, эта катка на башке, капуста. Постричь, а я дорогой. Кто это? Это Ваня немцы. Чего-то не похоже, чтобы наши Берлин-то взяли, Ваня. Командующего армии, нас здесь стоять! Я приказываю стоять! Опа! Ты дыру видел, а? А? Ты что делаешь там, а? Ты дыру! Ты что, еще не товарищ старший лейтенант? Ты дыру! Я! У нас на все про все 23 минуты осталось. А нам еще 4 пролета пройти. Как взрывать, товарищ старший лейтенант? Ага. Столько женщин ходит, красивый, молодой, взрывать. Бах, десерника, Николай Хнис, мокрый будет. Как Кадыров. Потом доставай? Не можно доставай. Не твое это дело, Кадыров, ты не мое. Кадыров, слушай, заткнул бы ты свою жопу, говоришь. Давай-ка бревно толкни. Эй, жоп не говори. Ну, чего? Кадыров, сильней. Вот. Шнур сюда давай. Сейчас. У нас есть приказ, Кадыров. 15:00. Мост должен быть взорван. Да что твою мать разбился, а? Сейчас. Серёж, заводи, поехали уже. Всё, Павел Алексеевич, приехали. Как приехали? Нам это не надо, Серёж. У нас особый... Какого хера ты там встал? У нас важнейший груз. Какой нахер груз? У меня раненых полный кузов. Ехай давай. Кадыров, ты вообще... Что такое приказ, понимаешь? Как не понимаю приказ? Заряд, Кадыров. Товарищ старший лейтенант. Кадыров, внимательней будь. Извини, товарищ старший лейтенант Батырага. Извини. Я дальше пойду, а ты здесь заканчивай. Понял? Смотри.
Я тебе бинокль дам. Бинокль, хорошо. Ты что такое бинокль, понимаешь? Понимаю. Молодец. Бинокль возьми. Это красный, понимаешь? Понимаю. А? Раз. Я красным махнул, а ты взрываешь. Понял? Понял. Смотри. Ну где мы, а? Где? Куда плывем? Где мы в Гогре? Нельзя было бежать. Бать, хватит. Слушай, бать, помолчи, а? Вот так уж надоело, не важно. Ну. Чего там у тебя? Крепление открылось. Давай убирай свою кулаку с дороги. Как нельзя? Нам так не надо. Как мужики, помогите толкну. У нас важнейший груз. Мужики, помоги. Минуточку. Минуточку. Сделаю я. Опа. Что вы делаете? Brücke da, Brücke verstärkt werden. Die brauchen wir für unsere Panzer. Verstanden? Товарищ, товарищ, подпишите, мы там все видели. Товарищ воец! Иди ты в жопу! Товарищ воец! Товарищ воец! Отвали! Товарищ воец! Подпишите, мы там все видели! Чего это? Это вам война. Это, Ваня, единственное наше спасение. Давай, беги, женщина. Эй, сказал, закрыто. Вот, стоим, бегом, бегом. Милая женщина, переправа закрыта. Проходите дальше, вот через брод перейдете. Серьезно, лейтенант? У меня приказ комдива. Какой приказ? Ты посмотри, сколько народу на этом берегу. Девочки, закрыта переправа. У меня приказ командующего армии. Через переправу никого не пускать. Дезертира буду расследовать на месте! Слышь ты, комсомолец хера! Ты там был? Ты немца видел, сука? Нет! Так сходи на тот берег, полюбуйся! А потом я посмотрю, как ты своей пуколкой будешь махать! Чё с ним разговаривать? Я тут он храбрый, а там первый убьёт! Как наши отцы командиры! Один свой друг с нами остался, и тут уже не скончается! Поехали! Поехали! Переедешь через ремень, я тебя застрелю! Поехали! Давай! Давай! Я тебя спрашиваю, ты как с майором разговариваешь? Да
Поехали! Поехали! Простите, товарищ майор, но я здесь командую. У меня приказ комдива. В 15:00 я мост сорву. Какого комдива? Поехали! Давай, дави его! Чё встал? Закрыто! Ты слышишь, что я тебе объясняю, да? Ты понимаешь, что я говорю? Я вот этим махну, флажком мост взорвётся. Понятно, нет? У меня приказ! Нету там никого! Красный! Доброе утро. Доброе. Здорово, Андрей. Поехали. Куда едем, Андрей? На фронт. В смысле? Ты комдива Котова помнишь? А как же. Ну, приказано его найти. А он разве не того? Не того. Поэтому и приказано найти. Снова вам поручение. Нет, нам. Мне и тебе. Я тут при чем? Как это при чем? А кто его уродовал, да? Я, что ли? Нет, прямо ты, ты. А дочек-то ваша так и нет никаких вестей. А дочки нашей нет никаких вестей. Идете? Говорю, с вокзала идете? А откуда? С того света идет. Чего? Да, чего? Что ответить сложно? Мужики!
Аккуратней, товарищи Сталина! Аккуратней, аккуратней! Господи. Ну, ставь-то. Разойдись, сзади дорогу! Это парт-архив. У нас парт-архив, все туда будут. Следующий час, следующий. Зинаида. Ну что? Ты хотел все проверить сама. Ну что, ты не понимаешь, ты куда приехала? А почему я должна стыдиться? Главное, кого? Я не понимаю, здесь Игорь. Возьми, Зизи. Так, не поцарапали? Нет, не извините. Не роняли? Нет, нет. Сейчас сама все проверю. И пальто подержите, пожалуйста. Товарищи красноармейцы! Попрошу оружие сдать! Оружие сдаем! Бог все равно! Извини! Оружие всем! Сюда оружие есть! Товарищ! Так, мне в детей, пионерский лагерь! Ну, да, ну, как, под полезем! Сколько там и чего? Они задохнутся там! Вон наверное! Дети! Игорь, я же просила в коробку эту люстру хрустальную из венецианского стекла. Игорь, как так можно? Ну почему все мои просьбы остаются без внимания? С ума что ли сошла? Да не с ума это! А где Зизи? Дайте мне Зизи! Он стоит, держит мою Зизи! Товарищи красноармейцы! Товарищи бойцы, у кого имеется оружие, прошу сдать. Чей приказ? Пиндюрина. Кто такой Пиндюрин? Я Пиндюрин. Проходи, давай оружие, потом разберусь. От вашего ответа. Получите полное назначение! Зинаида Васильевна. Нет, Игорь, я ничего не желаю слушать. Что обо мне подумают в городе? Я известная здесь личность, между прочим. Освободите Красный Крест! Освободите! Уйдите! Я вам говорю, освободите! Это же для воздуха, для нефти! Что вы хотите, чтобы нас всех разбомбили, что ли? Поймите, Гарус, сейчас я тебе свой отдам чемодан. Если вы не дорожите нашими отношениями, конечно, Зинаида Васильевна. Я могу уехать с мамой. Зинаида Васильевна, все сказали. Теперь вы слушайте меня. Мы везем парт-архив. Благодаря скоро этому мы оказались на этом катере. И ваши личные вещи никакого отношения к нему не имеют. Люстру хрустальную я просил, венецианского стекла. Я просил упаковать ее в большую коробку. Вот и какой-то тряпки. Водички мне, пожалуйста, мне и Зизи. Вниз будет тебе водичка. Иди вниз. Ты бесчувственный. Игорь, успокойся. Послушай меня. Успокойся. Игорь, я хотела вам сказать. Немцы нас не тронут, мы идем под Красным Крестом. За оружие не беспокойтесь, по прибытии в порт мы его получите. Расскажите воду. На крест никто не садится, не садится никто. Ich hasse diese Erkältung. Geht's Ihnen wieder schlecht? Ah, schlecht. Wie wär's?
Водички нет. У меня нет. Вот, только она не холодная. Не надо, Миха, не смотри. Вилли! Да? Да еще у меня deren Schüssel für das Überfließen. Ach, schau mal! Es sind viele unserer Freunde vom Roten Kreuz. Ach, schau mal! Hallo! Da ist schon wieder unsere Übungsschüssel! Ich bombardiere den Kapitän eines feindlichen Kriegsschiffes! Er ist am Scheißen! Und was, wenn du daneben triffst? Wollen wir wetten? Worum? Um eine Kiste mit Flico! Alles klar, die Wette geht! Спокойно, спокойно. Они заходят еще раз. Они отрабатывают модель. Ihr Ziel verfehlt, Leutnant. Es tut mir leid, Herr Kommandant. Biegen Sie das Ziel nochmal an. Jawohl, Herr Kommandant. Hans, bist du bereit? Gib Gas, Willi! Wir bewegen uns auf das Ziel zu Bombenschützer. Вот я тебе говорю, они отрабатывают по небу, Что вы как девчонки, да? Ну что, вы же мальчики, сядьте, сядьте. Ну-ка, сели все, что вы стоите все?
verdammter Idiot! Sie werden persönlich die Schulterstücke abhalten! Hören Sie mir alle zu! Bereiten Sie sich zum Angriff vor! Achtung! Angriff! Das war's. Wir fliegen zur Basis zurück. Vergeblich. Halt an dran. Tanken Sie voll und fliegen Sie hier zurück und gucken Sie sich die Scheiße an, die Sie hier angerichtet haben. Befehl, Herr Kommandant. Ich werde es machen, 40 Befehl. Держись, сестричка. Не бойся. Она нас не тронет. Держись. Мы ж вдвоем крещеная? Давай я тебя крещу. Как? Я
же пионерка. А вы кто? Я священник, отец Александр. Держись, не бойся. Тебя как звать? Котова Надя. Хорошее имя. Надежда. Давай я тебя крещу, милая. Ну как же? У меня же папа коммунист. Ну хорошо. Хорошо. Воюет? Не знаю. Но он жив. Жив? Но он тебя ругать не будет. Он меня ругать не будет? Да вы знаете, что он со мной сделает? Пошли. Wo seid ihr, ha? Wo habt ihr euch versteckt, ihr Schweine, hm? Wo seid ihr? Ihr verdammten Kakerlaken, jetzt hol ich euch! Ihr steht und nass. Ach, du Господи. Живый в помощи вышел, в крови Бога Небесного водворится. Речи Господи, заступник мой, если и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Jetzt seid ihr dran! Angriff! Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме переходящей, от срящей беса полуденного. Крещается раба Божья Надежда во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Духа Святаго. Аминь. Надежда. Вот и все. Сестричка. Все. Ты теперь не бойся ничего. Молись. А как молиться? Я без слов не знаю. Ты знаешь, ты просто говори. Господи. Господи. Сделай так. Сделай так. Чтобы моя воля не перебила твою. Поняла? И все. Храни тебя, Господь.
Отец Александр! Отец Александр! Заболела? Нет. Честно? Честно. Бог, если бы ты знал, как мне с тобой хорошо. Правда? А мне с тобой? Я с тобой спокойно. Я с тобой так легко. Я обожаю, приложу. Thank you.
Сейчас дадут автоматы и все на фронт. Даже фамилию не запишут. Ну что же, гражданин? Круглов, Андрей Борисович. Угу. Круглов. Я к сестре ездил. Пушкин. Отсюда верст 5 будет. Александр Сергеевич. Заболела она тяжко. 06 июня. А через 2 дня немцы. 1799 года. Я по повестке узнал. Уже когда на 100 километров от села вперед ушли. Пушкин Александр Сергеевич. Сознаюсь в том. Ну, в общем, так и остался. Что произвел? В оккупации. Выстрел. Жил тихо. Из незарегистрированного. Ну, пришлось, конечно, этих пистолета. Гадов работать. Дрова рубил. Двор мел. По господину. В комендатуре. Дантесу. Семья ведь. Господи, у меня жена, дети, мать, а я. Жоржу Шарлевичу. Отец еще до войны помер. За то, что он приставал к моей жене. Я бы к партизанам ушел. Наташа. Их тогда у нас не было. В ответ я был ранен уже. Ну что еще? Чего и умер. Достаточно, господин. Почему, господин, товарищ капитан, я Круглов, а Андрей Борисович? Да. Война с освобождением вашего поселка, к сожалению, не закончилась. Придется и вам теперь послужить Отечеству. Я с радостью. Товарищ капитан, разрешите там... Там полковник Арсентьев, центральный аппарат. Да, Заботин. Я связывался с вами по ВЧ. Я помню. Присаживайтесь. Благодарю. Меня интересует бывший комдив Котов. Ну что там? Почему нас держат? Что спрашиваю? Черт кто знает. Спрашивал, как я в оккупации остался. Я рассказываю. А я когда рассказывал, он у меня ни слова не записал. Даже фамилии не спросил. Он мне наоборот. Пишет. Что он там писал? Почему нас здесь держат, как арестантов? Ну что ты все заладил? Ну держат и держат, потому что СМЕРШ. У него было 2 легких ранения, что, в общем-то, давало мне право писать представление о его переводе из штрафного батальона в регулярную часть. Ну и почему же не перевели? Он отказался. Товарищ полковник, у нас там... Я вижу. Ну, а какие причины? Он сам отказался. Вроде не хотел расставаться с боевыми товарищами. Так, по крайней мере, он сам сформулировал причину отказа. И что это за товарищи? Один бывший майор-танкист, второй такой же уголовник, как и он, и еще один сапер. Потом срок истек. Эй! А ну! Пристань сюда! Извините, товарищ полковник, дети. Дальше, капитан. Вот я и говорю, что затем истек срок его пребывания в штрафбате. И тут уже по закону он должен был быть переведен в строевую часть. Ну? И он снова отказался, ссылаясь на ту же причину. Когда это было? 41-й. Октябрь. Октябрь. Укрепляемся, я говорю. Я пионерский лагерь, говорю. Ребят тут мои. Вот, нашли, да. Ну, и распатронили его. Да, кто что может, там тащит. Давайте, Камзип. А если немец попрет через нас, как... А как вы... Да это ясно, товарищ Камзип. Я говорю, ясно, товарищ Камзип. А, до свидания. Держать оборону и остановить врага на этом рубеже. Куда?
Все уже. Тихо. По немецким фашистским захватчикам бегал огонь, блин! Убери оружие, дурак. Здесь люди сидят. Сазонов. Да оно ж не заряжено, слушай. Это не учебная винтовка. Оружие. Оружие. Пятизарядная винтовка системы Мосина. Начальная скорость пули 1200 метров в секунду. Прицельная дальность 800 метров. Убойная сила 1000 метров. Вещь. Все? Все. Кацитация. А что такой важный, а? На фронт едем. На фронт. Ты какой-то, а вот тут. Что? Что? Перестань так себя вести. Гурам прав, мы же на войну. На фронт едем. О, Равин, и ты туда же. Вы что, боитесь, что ли, а? Что ты сказал? Я боюсь. Да я этих гадов голыми руками рвать буду. У меня Вахос, старший брат, на фронте с первого дня. Командир танка. Кацитация, постой, сколько у тебя брат служит? В декабре полгода будет. Вартан, командир, понял? Я говорю, командир. Ура! Ты чего? Ладно, ладно. Послушайте, послушайте, ребят. Как стаи черной саранчи идут фашисты-палачи. Хорошо. А дальше, дальше, дальше. Блин, дальше не получается какой-то тут. Рифмы дурацкие лезут. Кирпичи, грачи. Ключи, ключи. Ключи. Ну, не знаю, попробуй. А тебе зачем столько-то? А, это просто ключи от новой квартиры в Минске дали. Мы до этого в комнате жили, а сейчас вот квартиру дали. Этот вот от парадного, вот этот узкий, там французский замок, мы его с отцом вместе его врезали, когда вот весной на побывку ездил. Вот этот от маминой комнаты, а вот этот вот маленький от моего письменного стола. Город Минск, улица Горького, дом 9/7, квартира 17. Вот так вот. В Минске немцы уже давно. Может, и дома твоего уже нет. Сазон, не в обиду. Но ты ведь так говоришь, потому что твой поселок сожгли. Ну да, мой? Ну ты же сам говорил. Подожди, подожди, сожгли. Мой поселок? Да, да, да. Мой поселок да, сожгли? Да. Да деревню Кацатанда сожгли, а не мой поселок. Ну ты опять эти столбы. Я верю, что мой дом цел. Ключи со мной, значит, и дом мой цел. Ты вообще думай, что говоришь, Сазон. Что я такое сказал? Да ничего ты не сказал. Ну что я сказал? Думай башкой. Да все, все. Башкой думай, не думай. Все, мужики, хватит. Все. Успокойся, все. Давай, Лёг, ну давай, Лёг. Ну, давай, Лёг, ну, Лёг, ну давай, ну что ты злишь-то? А ну хорош, давай, Лёг, ну давай, ты чего? Забыли, давай, все, поехали. Ну, давай, наша. Военной дороги шел в борьбе и тревоги боев. 18-й год. Были споры недолгие, окупали на Волге. Запомните, вы больше не солдаты Красной Армии. Оставив свои части, позорно бежав от врага, вы теперь грязь, дерьмо, ничто. Ну что вы тянетесь? Давай, 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 давай. Давай, шевели костями, давай. Великий вождь советского народа. Верховный главнокомандующий, товарищ И.В. Сталин. Кругом! Великий вождь советского народа, верховный главнокомандующий, товарищ И.В. Сталин. Ну ты что, рыбак, что ли, а? Что ты, волейбол собрался играть? Что ты тянешь сети-то? Еще бюст Владимира Ильича Ленина там стоял, его прихватил. Так, руководствуясь мудрым принципом социалистического гуманизма, кругом! Головам, трусам, дезертирам, бандитам, заслужившим расстрел на месте. Головам, трусам, дезертирам, бандитам, кругом! Заслужившим расстрел на месте, возможность в первом же бою кровью искупить свою вину и влиться в ряды славной Красной Армии. Ладно, я, наверное, получше. Это что за хрень такая? Там
лежал. Ага. А зачем это? Да, ранение, полученное в бою, означает, что вы осознали свою вину и заслуживаете прощения. Что вы там тащите? Давай, давай, шевели костями-то, давай, шевели! Это как мухи дохлые. Юра, ты в чем? Ты что такое? А сейчас лямки намострячу. Какие лямки? Это ж дверь, Юра. Ну как? Мы туда-сюда. Я вперед с винтовкой, а дверь сзади. И все пули в нее. Ой, урод! Ой, урод! Ну, мозга! Ой, урод! Ну, брат, мозга! Ранение, полученное в спину, означает, что вы остались трусами и заслужите только одного. Пули в лоб. Иди сюда ко мне, боец, не бойся. Иди такой, иди покажи, что такое, что ты взял-то? Тебе не стыдно, тебе не тяжело, а? Тяжело. Ты бы еще горшок ночной принес, что это? Как это? Что, не работает? Сломался? А горшок не мог еще прихватить это? Для пионеров, которые писали. Иди давай быстрее! Халтурщики, дармоеды, собаки! Ботинок уберите! Так, ладно. Что, консервы? Убери папиросу. Да ладно, ладно. Это салют. Чего? Салют, говорю. Да убери ладно. Папиросу, вот написано, салют. Чего? В честь 20-летия не трогай. Третьего съезда коммента. А зачем сюда ты притащил? Ты чё? У меня профессиональный инстинкт. Я ж сапёр. Да ладно, видели мы, какой ты сапёр. Ладно, хорош, а? Иди копай. Сапёр, блин. Опа. Слушай. Чего? Да иди. Где ты взял? Где там? Лежал. Погоди, дай погоди. Да чего? Вон лето-то, а? А поменьше нету, а? Чего? Поменьше размер, говорю, есть что-то лыжи. Какой размер? 39. Какой? 39? 39. 39 у мужиков такой температуры бывает. Ладно. Так. Так. Вопросы есть? Хорош нам сказки-то рассказывать. Ты мне оружие дай. Я все-таки командир Красной Армии. Что? Кто командир Красной Армии? Ты! Командир Красной Армии войсками командует, где твои войска? Растерял его. Оружие тебе дать, где твое оружие? Бросил его, сука! Ты говно не командир! Понял меня? Ты мне его зубами у врага вырвешь, сука! Командир Красной Армии! Вопросы есть еще? Вопросов нет. Направо! Траншею, гады, шагом марш! Юрок, иди сюда! Юрок! О. Вот сюда! А? Да, слушай, там... Чашку? Да. Правое плечо вперед!
Равняй! Смирно! Направо! О! Кно! Э! Вольно! Старший лейтенант, ко мне. Это что такое? Что это за цирк? А? Кирдык лейтенанта. Лейтенант. Перед вами старшее по званию. Вы что себе позволяете? Распустились, вы отойдите и подойдите так, как положено. Ага. Это я сейчас. Товарищ капитан, старший лейтенант Изюмов по вашему приказанию прибыл. Кто-то? Вольно. А теперь доложите обстановку. По порядку. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Есть доложить по порядку. Во-первых, мне насрать, в каком ты звании. А? Во-вторых, приказом командира дивизии я назначен начальником укрепрайона вот на этом участке. Так что все вновь прибывающие части вместе с их командирами поступают в мое подчинение. В-третьих, ты вообще кто такой? А? Я? Ну? Ты? Я командир кремлевских курсантов! Спецотбор роста 83 сантиметра, цвет нации! Перед тобой! Элита Красной Армии, старший лейтенант! Нахера ты мне здесь сдался? 183 сантиметра, элита Красной Армии. Что мне здесь со своей элитой делать? У меня тут не Красная площадь, у меня тут парадов не будет. Что мне здесь с твоей элитой-то делать? Ты вот посмотри на него, ты посмотри, 183 сантиметра. Мне окопом, что ли, в два этажа теперь копать надо? А? Нет, лучше бы они мне этих лилипутов из цирка прислали. Ну, 183 сантиметра. Мне кроты нужны, мне норы рыть, кроты нужны. И змеи мне ползать нужны. Ты говоришь, мне элита Красной Армии. Ладно эти, их терять не жалко. Им терять нечего. Что я с твоей он элитой вот, я делать буду? А? У нас тут война идет. Может, ты слышал? Или тебе в Кремле не объясняли? Ладно, старший лейтенант, ты меня не пугай. Ты увидишь нас в атаке? Какой атаке? Какой атаке, капитан? Ты молись, чтоб твоя элита вон в траншее его сидела. И подштанники-то не обосрала. Когда на нас немец попрет, понял? Хорошо, старший лейтенант. Мы поговорим с вами по-другому, когда я свяжусь с командиром дивизии. А сейчас извольте показать наше место в обороне. Да вот, прошу. Кремлевский курсант? К сброду уголовников. Я это запомню. Тебе тут много чего запомнить придется, капитан. Тебе на всю оставшуюся жизнь хватит, понял? Что, охренели там совсем, что ли? Эй! Кто это сделал? Товарищ старший лейтенант! Чего? Салют! В честь прибытия! Кремлевские элиты на передовую! Ура! Балбесы вы! Элита вы первого! Ну что, обосрались? Это хорошо еще салют, а немец попрет! Что вы делать-то будете? Элита, ладно, товарищ капитан. Че? Вы как своих людей сами проинструктируете или... Ага, тогда разрешите мне, да? То есть это... Есть. Так, товарищи курсанты,
Ваша линия обороны находится вот в этой траншее. Возможно, немец пойдет на нас, возможно, нет. Главное не терять бдительности. Из моей команды огонь не открывать, из траншеи не высовываться. Кто первый увидит противника, по цепочке передает сообщение товарищу. Вроде я все сказал. Ну что, траншея занять оборону. На плеть! Че? Равняйсь! Смирно! Занять оборону в траншее. Давай договоримся, а? Ты мне винтовку, а я тебе лопатку. Зачем? Ну, смотри, какая лопатка хорошая. Ну, я не могу. Ну, зачем тебе винтовка? Ну, тебя все равно убьют. Че это меня убьют-то? Слышь, боец, подожди, Давай мы с тобой махнемся. Ты мне винтовку, а я тебе лопатку, а? Не, ну что? Ну, зачем тебе винтовка, а? Ну, все равно тебя убьют. Сазон, пойдем. Боец, иди сюда. Пойдем, Сазон. Подожди. Пойдем. Ты мне винтовку, я тебе лопатку. Ну зачем тебе винтовка? Ну тебя все равно убьют. Как же мы с этим салютом обосрались. Ничего, мы себе еще в атаке покажем. Сазон! Сазон, да? Ну, там дальше, посмотри, по-моему, там где-то. А вот вы знаете, есть игра такая. Буриме называется. Чего? Вы мне даете рифмы, например, туман, обман, потел, хотел. Угу. А я придумываю что-то растише. Так. Ну, например, вокруг висел густой туман, я разглядеть луну хотел. Но видел лишь сплошной обман и от волнения потел. Иди сюда. Могёшь? Вот у меня те первые. 41. Вот. 41. Кагана у тебя есть? Кагана. Позвини я сюда. И на бога. Что там? Нет. Возьми пару возьми. Ну, теща там, какая-то. И всем двором будут за тобой бегать, скажу, снова на фронт езжай, привези еще. Большевато ты газетку под это забей. Нормально пойдем, Извините, пожалуйста. Ой, секундочку, ага. Извините, пожалуйста. Пройти можно, не скажете. Ух ты! Здрасте, можно к вам? Здорово. Ого, опытный образец. Так. Лафет от ЗИС-2. А пушка новая. Мой гаситель новый. Так, извините. Обкатники новые. Далее проникающая способность уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния до цели. Вещь. А ты что, здесь получился? На пушке? Не, я отличник. А, отлично. Курить что, есть? Отлично. Да я не курю. Куришь ты на отличник. Ну чего такое-то опять, а? Да у меня взвод с другой стороны. Ёб, ну... Здрасте. Здорово. Вы в бою раньше бывали? Бывал. А где? В этой войне. И еще трех других. А в
каком звании были? Генералом. Генералом? Угу. А каких войск? Немецких, японских и английских. Смотри, вот это мытница. Мы здесь. Да, мы-то здесь, мы-то здесь. А они, если пойдут сюда от Липина... Значит, еще раз, если они от Липина пойдут, нет, от Кирова. Если с этой стороны, то жопа. Это что, молитва? А, да. А вот здесь что, молится? Ну, у нас здесь вот как может, так и... Чего? Ну что, готовится, готовится, чего? От Ольхов. К чему? Отстаивать рубежи нашей Родины. Комдив приказал. Комдив приказал? Чего? Комдив молиться приказал? Ты не обращай внимания на меня. Смотри сюда. Дай покури немножко. Курни, и в голову не бери ничего. Вот гляди сюда. Смотри, если все-таки они от Липина. Уважаемый, вы татарин? Татарин. Мин Атылган Муллаула. Давай Аллага икев. Подберу кик. Бесмина. Улица Горького, дом 9, дробь 7.
Стрелял! Что я сделал? Кто стрелял? Бараны! Ну я, ну сказал же, я не стрелять же сказал, без команды не стрелять! Бараны вы все! Твою мать! Элита твоя Сухерова! Вам же сказали! Чё ты ржёшь-то, а? Корову завалил с первого выстрела! Говядину! Да ладно тебе! Элита! Тихо! Что? О! Что они танки? Танки. Танки. Это же тыло, танки. Оттуда, оттуда. Наши. С нашей стороны, из Москвы. Наши танки. Наши. Танки. Наши танки. С Москвы. Наши танки. Не верим, да? Сейчас докажу, мой брат, командир! Танка! Танки! Огонь! Все, сейчас у танки! Ноу! Команды, наши танки! Наши ребята! Наши! Ребята, мой брат, командир! Командир! Это новый команда! Мой брат, Вахтан, консультанте! Вы его не знаете, командир танка! Ух ты, новый танк! Открой люк! Пропускаем! Пехоту отвлекать! Доряжай, доряжай! Бою, капитан! Бою! Достали гранаты все! Доняйте в оборону! Давай, давай! Зачем ты фугас-то несешь? Бою! Бронебойный давай! Доряжай! Есть! Достали гранаты все! Есть! Готово! Наводи, давай, давай, давай! Выше, бери! Выше, ниже, между башней, это рейн мета! Давай, давай, родной, давай! Ну, готов? Есть! Давай, жги! Огонь!
Господи! 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 Каша была первые дни войны. Никто на самом деле в полной мере и не понимал, что происходит. Штрафной батальон рота кремлевских курсантов, а немцы их с тыла обошли. Короче, котел. Слушайте, капитан, меня не интересует хроника военных действий. Меня интересует только судьба Котова. А, простите. Товарищ полковник, а может? Не может. Понял, только чай. Дальше, капитан. Братцы! Братцы! Братцы, помогите! Помогите, братцы! 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 Братцы, помогите! Спасибо.
стоишь-то? Погоди, Юра! Иди сюда! Я не могу вылезти, не могу! Больно! Больно! Погоди! Сейчас. Погоди, погоди! Сделай что-нибудь! Как же ты? Как же ты? Погоди, а! Сейчас, Юрок, сейчас! Батя, не уходи! Куда ты, бать? Погоди, погоди, Юрок! О! Сейчас, Юрок! Погоди-ка! Ну-ка, давай-ка! Братишка! О! Сейчас, Юрок! Погоди-ка! Погоди, Юрок! Погоди-ка! Погоди! Давай! Вот так! Меня ты не зарежь! Сейчас, погоди! Погоди! Стой, стой, стой! Сейчас, Юрок! Погоди-ка, ну-ка! Погоди! Погоди, милый! Ну-ка, ну-ка, нет! Юрок! Нет! Нет! Ты не поднимешь меня! Давай, давай, давай! Погоди! Что ты делаешь, а? Стой! Стой, погоди-ка! Что ты делаешь? Скажи мне! Погоди, милый! Скажи мне, пожалуйста! Погоди, пожалуйста, пожалуйста, вытащи меня, брат! Потерпи маленько. Сейчас, Юрок. Сейчас, Адма. Пожалуйста, батенька, моя. Пошел, Юрок. Юрок! Держи, батенька. Давай, 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 Юрок. Держи, батенька. Давай, милый. Юрок, Юрок. Ой, родной. Юрок, Юрок. Я, Юрок, а тебя, Юрок, дверь спасла. Он та дверь тебя спасла. Ты посмотри, ты посмотри. Маленькая херня, Юрок. Дверь, видишь, спасла. Тебя дверь спасла. Это вот. Вот это дверь тебя спасла. Тихо, ну-ка. Погоди, погоди. Погоди. Капитан где наш? Капитан, ну элита где, капитан? Половина осталась. Погоди, погоди, Юрек, как половина? В каком смысле? В прямом. Ну, да. Капитана половина осталась. Погоди, Юрек, погоди. Ты таскай его, вот так, и тему в тело, но полтела. А где? Сейчас, я быстро. А где все? У него не... Да погоди, 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 сказал тебе, стой! Погоди, так что же, ты все, что ли? А? Это что такое? Все что? От? Где? Все? Все? Эх ты, твою же мать, 240 человек детей, а? Эх, просто 83 сантиметра, все же у них по танке-то. А где наши танки? А? Где наши красные соколы наши? Где летчики-герои наши? Где они, суки? Где самолеты-то их? Где они? Ах вы! Эх вы, где пушки, где Минометы, артиллеристы, Сталин дал приказ. Ты как где? У меня одна пушка. У меня вон одна пушка, 4 снаряда и... Сука, саперные лопаты вместо винтовок. А у меня приказ командира дивизии остановить врага на... Сука, на этом рубеже. Так не выходит, товарищ командир-то. Не получается, товарищ Сталин. Эх, вы 240 человек, детей, мальчишек. Вы роста 83 сантиметра, вы их под танки... Под пули, под гусеницы вон за 15 минут. Там вообще в Кремле у них кто-нибудь хоть понимает у них? Вообще, как с немцем воевать-то? Как его бить-то? Сталин. Чего? Тебе какой мудак это сказал? Вы же говорили, товарищ лейтенант. Thank you.
Вася, ты чего хочешь? Это что-то. О, мужики, а у меня это попить принесите? Ну-ка, давай быстро. А? Водички. Водички попить. Погоди. Сейчас я налью. О, хорошо. Эх ты. Ладно, иди. Иди, принеси водички, мне еще. Дальше, капитан. У меня есть протоколы допросов СМЕРШ, после того, как они к нашим прорвались. Ничего особенного. Да их и не очень-то допрашивали. Штрафники. Неделю содержались под арестом, пока не был сформирован новый штрафной батальон.
составе этого батальона он провоевал до лет 42-го. Часты. Жена моя очень любит этот романс. Танго. А? Танго. А, верно, извините, танго. Что не... Но вам что... лучше не петь. Вы знаете, жена тоже не очень любит, когда я пою, но... Послушайте, капитан, у меня такое ощущение, что вы мне что-то не договариваете. Нет, ну что вы. Просто летом 41-го через связи Головникова он пытался узнать о судьбе своей дочери. Знаете, что у него была дочь? Сколько можно, а? Меня не интересует его семейное положение. Это была оперативная информация, донос. Однако я не стал препятствовать. Почему? У него уголовная статья. Никаких ограничений на переписку. Он имел полное право направить официальный запрос и получить официальный ответ. Какой ответ? То, что его дочь считается пропавшей без вести. Stille hier in diesem Dorf. Kein Mensch und eine Totenstille. Wo sind die alle? Diese Hitze. Moment. So. Ja. Oh. Tut das gut. Ist das schön kühl? Ist das kühl. Klaus! Ja? Füll meine Flasche auf. Habla! Brauchst du Seife? Nö. Was ist los, Jürgen? Weiß nicht. Was ist da los? Ich weiß nicht. Zigeuner. Kann das nicht hören. Was soll das? Zufrieden. Lass mich zufrieden. Was soll das? Ja.
hast du das getan? Was guckst du mich so an? Die plündern! Das sind Zigeuner! Und du? Bist du bei der SS oder was? Geh doch zum Teufel. Ich hab die Schnauze voll von dem Verrückten. Klaus, wo willst du hin? Ich will ihn nicht mehr sehen. Otto, und du, wo willst du denn hin? Ach, leck mich doch am Arsch. Не убивайте меня. Вас?
Hey, Otto, musst du das Wasser alleine schleppen, oder was? Otto! Otto! Wo bist du denn? Ach, Scheiße, verdammte! Ach, Otto! Was machst du denn da? Otto! Jürgen! Seid ihr hier? Otto! Wo seid ihr? Wir werden uns doch nicht wegen dieser Zigeuner streiten. Wo steckt ihr? Genug, Freunde. Lasst uns fahren. Das Essen wartet. Mensch. Сколько же их? Кого, немцев, что ли? Нет, деревенских. Я же бежала, стучала. Мне никто не открыл. А зачем их сюда гонят? Будут выяснять, кто фрицев убил. И чего они дальше с ними сделают? Я думаю, ничего хорошего. Ну, надо же что-то делать. А что ты можешь сделать? Они же ничего, они же не виноваты, они же не убивали немцев. А кто убивал? Ты? Может, я? Сиди молчи, ладно? Тихо! Dafür muss sich jemand verantworten. Кто-то должен за это ответить. Wer hat das getan? Wenn sich niemand bekennt, sind alle dran. Если никто не признается, отвечать будут все. Я сейчас все убью. Слушай.
слышишь? А ты? Целка, пионерка. Ты чего хочешь? Чтоб я сейчас сюда пошла? Чтоб я за то, чтобы я тебя спасала, чтобы меня расстреляли там? Я хоть двух фрицев убила, а они вот все что сделали, а? Меня трое, слышишь ты? Ты слышишь, что меня трое? Вот на их глазах, вот на всех разложили на дороге, изнасиловали. Они смотрели и все прятались по углам, как мыши. А ты к ним стучалась? Открыли они тебе? Нет, мне скажи, открыли они тебе? Помогли? Что-то вылупилось на меня. Ты мне скажи, ты мне, открыли они тебе? Помогли они тебе? Ты что хочешь? Чего ты сейчас хочешь, чтобы я туда пошла? Жалко тебе, да? Страдают. Из вины страдают. Из-за меня страдают. Да на, смотри. Как вас там? Стой! Подожди! Ну чего ты меня держишь? Что ты же этого хотела? Я же иду! Дура ты, малолетняя! Дур! Малолетняя! Дура ты! Винзин Керосин Джуниор. Они что, их сейчас все сожгут? Пожалуйста, не мешай ему сейчас. Да не ему это, потому что он не хочет нашей смерти. Значит, это он не хочет, он. Значит, Мириша, для чего-то, тихо. Ну не время еще. Если бы ты знал, как мне с тобой хорошо. Правда? А мне с тобой.
тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, Прегожа. Я не понял, капитан. Я знал, кто такой Котов. И по какой статье сидел, знал. Вот так? Слушайте, перестаньте инструмент мучить. Конечно, знал, товарищ полковник. А чего вы хотите? Комдив Котов, герой, орденоносец. Портреты на коробке конфет. У меня жена очень любила. Капитан. Извините, я говорю, конфеты эти очень любила. Погибла неделю назад. Уголовная статья вместо 58-й? Значит, кто-то очень внимательно следил за его судьбой оттуда, из вашего центрального аппарата. Так, 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 так. Ну? Нет, я понимаю. Товарищ, меня это не касается. Я еще раз предлагал Котову перевод. В течение 41-го. Он отказался. Весной 42-го он еще несколько бойцов взяли очень важного языка, проявили мужество, смелость, все такое. Я тут уже обязан был направить по инстанции требования о снятии с Котова судимости, о переводе в строевые части и представлении к награде. И когда он в очередной раз отказался, ну тут я обязан был потребовать от него письменное объяснение. Я вам сейчас покажу, товарищ полковник. Александр Сергеевич, сознаюсь. Товарищ полковник! Товарищ полковник! Нет, вот! Вот он. Так, подождите, когда это было? 42-й. Вот объяснение Котова. Объяснение. Позвольте, я закурю. Да курите, курите. Благодарю. Я, Котов, прошу перевести строевые части вместо меня бойца штраба. Моего провел себя надо, да? Прошу оставить штрафбатель мне. Насколько точно знаю, что членов моей семьи нет в живых, и меня никто не ждет. Запомни, моя хорошая, запомни раз и навсегда. Ты и твоя дочь живы только благодаря мне. И дальше будете жить только при условии, что о вашем существовании будет знать как можно меньше. Сережа твой расстрелян 4 года назад. Нет таких. Не существует, слышь, Надежда и Мария Котова. Их нет. Вы трупы, лагерная пыль. Митенька, ну что ж ты такое говоришь? Что я тебе такого говорю? Я тебе говорю правду, наконец, слава тебе, Господи, я тебе говорю правду! Я думаю, что это отговорка, ложь. Что-что? Ложь. У вас есть какие-то сведения о семье Котова? Нет, я не о семье, я о причинах, которым он остался в штрафном батальоне. Но вы сами посудите. Комдив, орденоносец, на конфетах. И вдруг рядовым в строевую часть? Он такого унижения не вынес бы. Штрафбат – другое дело. Тут есть такие характеры. Чем хуже, тем лучше. Пекло так до конца. Понимаете, о чем? Это я понял. Тут до конца. Понимаете? Смотрите, подпись-то его. Ну, тут на часе какая-то клякса. Я числа точно не помню, но это лето 42-го. Котову поручили доставить этого языка, но он его чуть не упустил. Стой! 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 Стой!
говорю, стой! А, бля, стой! 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 А-а-а! Leutnant, wo sind wir jetzt? Wir fliegen nach den Instrumenten. Unter uns sind immer noch die Russen. Wir können doch mit dem Ding nicht über die Frontlinie fliegen. Willst du etwa, dass die unseren Jungs auf den Kopf fällt? Die Halterung hat nicht verklemmt. Tut doch irgendetwas. Ich fliege weiter im Kreis. Wie sieht's aus? Sitzt erst! Wenn wir die nicht loswerden, dann sind wir am Arsch! Ich versuche ja alles! Wie viel Treibstoff haben wir noch? Wird knapp! Scheiße! Сержант Котова. У тебя дела. Надеюсь, что хорошо. Очень наш госпиталь опять приехал, но... Какая бабушка? Как зовут бабушку?
чего наделал, а? Ein Wunder! Es ist großartig! Das Rudel! Wenn die das Rudel! Nicht vorne zusammenbinden! Du musst sie hinten zusammenbinden! Hier musst du mir die Hände verbinden! Wenn du sie vorne zusammenbindest, kann ich wieder laufen! Dann flüchte ich ja wieder! Dann kann ich ja wieder weg! Dieser Bernstein hier! Das ist das Leben gerettet! Die versteht was von solchen Dingen! Die kennt sich aus mit Dreck! Я здесь! Сейчас, дяденька. Вы перепишите, мы полегче. Какой тебе, дяденька? Мне 19. А что ж ты 19? Организм молодой. Быстрее поправишься. Полегче будет. Давай. Тихо, ты терпи. Больно. Терпи, тихо. Больно. Тихо, ты немца слышишь. Терпи. Я тебе сказала, терпи. Что ты стонешь? Вокруг одни убитые, посмотри, а ты живой. Радоваться надо тебе. Что ты стонешь, а? Ты веришь, что ли? Молчите, вам нельзя разговаривать. И молитвы знаешь? Знаю. Скажи. Сделать так, чтобы моя воля не перешла твою. Мою? Да не твою, а его. Thank you.
Сталина. Вырастешь и поймешь, как мне тебя тащить-то. Давай. Тихо. Дыши, слышишь, дыши. Дыши, смотри на меня. Слышишь меня? Смотри на меня. Открой глаза, открой. Ты здесь. Я сейчас тебе утром. Дыши глубже, дыши, миленький, смотри. Сейчас тебе полегче будет, смотри. Ампулу я держу в внутреннем кармашке. Смотри, какая теплая лекарство. Немецкая, чтобы тебе легче было. Сейчас. Откуда ты родом? Из Углич. А звать как? Термидо. Как, не русский, что ли? Дура! Какой не русский? Термидон-то я в честь деда назвали. Папу придумал! Дура! Да. Тихо! Потерпи, миленький, потерпи. Дыши. Глубже дыши! Терпи. Подожди. Чего? Покажи. Чего показать? Подожди. Сиськи. Покажи. Я не видел ни разу. Правда. Я даже не целовал вчера. Покажи, пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, увидишь еще. Снова умру. Не увидишь. Только перед смертью разок взгляну. Пожалуйста. Пожалуйста. Yeah.
нужен Котов, капитан. Где он находится? Я почти месяц как отозван из дивизии. Я занимаюсь совсем другими вопросами. Я не знаю, где сейчас находится Котов. Вы мне, по крайней мере, должны сказать, где он находился месяц назад. Месяц назад он находился в Цитадели, товарищ полковник. Где? В Цитадели! Это пекло, это мясорубка! Это настоящая фабрика смерти месяц назад! Он там был! Я не думаю, что он живой до сих пор!